предлагаю им проголосовать. Если они согласны, я уже рассказываю, как это все происходит. Человек выбирает тот район, тот объект, который ему ближе откликается. В программе, через которую мы голосуем, есть абсолютно любой проект. Дизайнерский проект, фотографии, то, как это будет в будущем, и то, как это выглядит на данный момент. Я проголосовала за проект «Улица Кирова и пересечение 4-й транспортной», потому что это район, в котором я проживаю. Это место как раз находится перед моими окнами, поэтому я проголосовала и попросила проголосовать всех моих близких. У нас уже есть опыт рядом с нашим домом сквер «Рубин», который тоже в результате такого голосования был облагорожен.